конечно. Там нет, блядь, мы же всегда перелетаем. Ну, когда только нет. Ладно, я прицеплюсь за Мурлок. Там на балкончике есть эвейт место, шаритом и выдел. Под колбами и... на балкончике. Под... Там под колбу еще есть одно место, он правда маленький. Не забываем, я отвожу от босса, босса от стола чуть, блядь, в бок, когда туда летят лужи, все равно. Ну типа так следи скипать можно во время каста. Надо еще постараться. Шар, я релогнусь. Там хочешь пуля, не хочешь, нет. Только а, вас же двое, нет, так. Поехали. Я вообще в кота. Дух. Короче, тильт машину такой. Дух. Дух стая, выключите, дух стая, выключите. Выключите дух стая. Спасибо, поехали, Шар. Банк, знаешь, да, не с вилкой, которую настакиваете там секунд 30. Это да. Это хуже, чем я когда мортал мне промазывал. Но у меня от этого жопа горит. Релокайся. Думаете, она этого босса убила ранее, что ли? А, ну тогда я даже не заходить не буду. Не заходи, не заходи, не надо. Я дальше поставки делать на варе. Но надо до завтра, я, наверное, не успею. Не знаю. То есть, на послезавтра поставил. Ты в расписании вообще ставил кто-нибудь, нет? Или нет. Я не поставил, никто не поставил, да? Да, последний. На послезавтра, да? Угу. Паш, ты щит будешь продавать? Щит? Нет. Угу. Можно будет на лан зайти? Да. Ок. Бракованная белая белка. Пошли, буду учить тебя нехорошим вещам. Вниз спуститесь, пожалуйста, все остальные. И крутовар тоже. Видишь, Тарги? Шакл туда даешь, жмешь шар, разворачиваешься по съемам. Шар, откадаешься следующую пачку, приведешь. Лехов тоже. Там свеча только вот эта вот штука на лодке. Прилив хотел купить. Хотя, слышь, Паш, можно, наверное, даже на завтра. Давай на послезавтра поставлю. Ну, а на вторник. Все, сейчас я пошу. Ну, 19.00 поставлю, наверное, тогда. Опа, на балкон. Не было ничего. Если там на Мурлока сейчас будет прыжок или еще на кого-то, я туда ГП закину. Просто. Блять, ну что, что за чаржи, блять? Влад, до вторника не успеешь? Короче, просто напиши мне, когда у тебя будет. Не, ну сейчас посчитай, прикинь, сколько, когда будет категория, чтобы не знать просто. Есть ли смысл ребятам ждать, допустим, во вторник или она у тебя будет к концу недели? Когда проще две убить, два раза сходить.
пятницу. Ты на это еще раз ходим тогда. Возможность лутать халявные ЕП. Можно не лутать халявные ТП? Можно? ГП не бывает халявным, всегда заслужен. Бывает. Ну. Кстати, банк всегда заслужен называть. Кучнее останьте, пожалуйста. Лёха, хочешь, я тебе могу шею критом по 5-5? По-моему, оно у тебя есть. Лёхе, ЗС-ки надо. Хастом по 5? Ну да. Блин, забирают. Я не знаю, нахуя хаста вам, алё, ну в Т5 же, блядь. Какая хаста? Тимур, она ему не поможет. Это 3 не регенит 1200 в минуту. Нет, Тим, ну, вот она больше для СПД. Корень забей, это не монореген, это кусок говна, на самом деле. Он про осколок говорит. Осколок. Ну, осколок, да, ну она регенит меньше, чем Солис, но он больше СПД дает. Мы же тогда считали с Пашкой. Не могли сделать бильд аналога Солиса нормально. Кстати, да, я прямо очень хотел. Многие хотят децебры, которые высыхают постоянно. Мне не пришлось бы мету менять. И ебаться с паной. Вот серьги, да, серьги лёг топовая тема. Ну, особенно на шаману. Чё сказал? Я говорю, пиха хуй. Шкаф поставьте, пожалуйста, присмотрите локом. Я говорю вам то, что серьги хорошая штука на ванну реген. Да, знаю. Я так жалею, что я тогда с Монком пошел не шаманом, а когда Солис выпал, я ему его отдал. Я его заролил, но отдал. Паша, сделай легкий камень. Какой? Голову? Чё в красную дырку? Шаман вставляет, что там? СПД. СПД инт, он как пиха. Это в оранжевую. Ну, похуй. Во все. Ну, сделай СПД вон хаст ему. Чего? У него голое кольцо. Да СПД просто сделать и все. Все, заебали, потом сделаю. Ой. Поехали. Алёха, мне дашь трейд потом. Начинаем. Анимейты с тобой или нет? Подожди, в смысле никто не умер, кроме вагона? А где там это, сдохший маг, сдохший мудлок? Там щиты почти, да, все поглотили, да. Там урона даже не было. Это Настенька старается. Да у нее по КД мана кончается, о чем ты это видел, блядь? Это машина. Мургира? Там столько абсорба, блядь, я не знаю. Бля, если вы будете порать постоянно, может, Геру, так кроме Паши, сука, я вас нахуй всех прошу сразу и закидываю в ЧС, блядь. Сколько? Можешь, я разрешаю послать нахуй, причем прямым текстом. Да не против. Качните себе шамана и, сука, нажимайте Геру. Да, блин, ну, иногда. Знаешь, чем прикол? Что трэш, блять, до следующего босса бьется больше, чем этот босс. Да? Ну,
Зато нам повезло закрыть вовремя рейсы. А чё там, какая-то хуйня? Да, да починили там... уже. А муч бешеный. Там кели откатывали, ну вот этот вот на full range, этот бомбу, и нахуй все сломали. Понятно, починили или нет, там что-то блин писал через жесто, что не починили же. Ну а сколько у нас ребут был? 4, 5? А, ну если так поздно, то да. Всю ночь не было. Ну вот на голдране сидели, там ребут был, и ну как раз когда синдры дошли, там синдра нормально было в обычке. О, катушку подать можно. Осколок. Паша, ты ж пока ЕП не начислял, верно? Нет, не начислял. А что такое? Да хочу дупло из замены вытащить. Да, хочешь. Свалить хочешь? Не, банк работает. Салока не реагируется, блядь. Ну хочешь на трэше сходим по арену? Да не, нет. Она и так не реагируется даже. И арену сломали, да? Да не, просто мало народу на ней сломали. У Салока вообще сейчас очень мало кто приехал. В хиле стою по 8 минут. Это пиздец. Забрала Марин. Блин, там все шут. Почему здесь нельзя ставить ДНД? А сегодня в обычке хотели Т5 купить, мы к тебе отослали. Давай дупло вытащим. Банк. Че? Куда, зачем? Ну, хочешь, можешь там поделать эти тостики, а я дупло. А, то он в метро сидит. Усюка, тогда заходи. Нет, что ты пиздишь ему? Я уже допрошел его. Сиди, отдыхай, я захожу. Чуть Джайна сломали, да? Да все нажать.
Ну что вы там говорили по займу? Уже все починили. Починили уже. Чем косом? Меня. Я еще перезайду. Асфальки, танки все нужны, полутали шеи. Варчик, варчик. Димка, может я тебя пожертвую? До сянгри. А у нее что ли денег хватает? Нет. Ты можешь меня пожертвовать, я там КД принял. А что, тебе на джане не нужен? Что, наверное, а кто им нужен? Димка, плюс они ружули. Блять, это подстава, я не хочу к ней. У меня есть свой статик, зачем мне к ней идти? У нас анжайна-то людей хватит? Это во-первых. Во-вторых, чел до плапа приору на фете, что... Там космос забирает. Понял. Не отдавайте дупло, но умоляю. Тогда наоборот, иди. Там у всех это, блять, там на обспек уже фетиш улетает. Если там помочь надо, я могу на хп-ала зайти, пока ага. Будет пару боссов убивать. Дим, плюсуйся. Продано. Димка, в этом есть плюс, это можешь тренинг спиздить. Мне все равно этот джайный тут не нужен. Бля, если повезет, то будет вообще отлично. Ладно, я к ним ушел. Давай. Да, могу. Инспектор, прыгай в Галаран. Занимайся тогда с дочей. Валера в рейд смоним. Я поздно прям открыл. Ну тогда ладно, тогда не смоним, значит, пока. Тогда пока сидит, отдыхает. Поехали, Арчи на пол. Пуки, инспектор. Сманите, пожалуйста. А ты все-таки улетел? Да, я не скажу. Ох, сложно. Присамонился? Да-да. Поехали. Five, four, three, two, one. Это было неразумное решение. Thank you.
Откуда жив? Так, подожди, если сегодня полика нет, я могу на палос зайти и меч полутать? Хочу. Молоко купишь? Хорошо. Я стою рядом. Я стою рядом. Давай. Спасибо. Можешь не писать, это мир ДПС без укуса. А сколько нету? Вождь. Ты расчекаешь свой трёх? Да там я все равно не отдашь. Походу отдаст. Лучше сруб забери, зачем тебе нужно? В смысле, никого не нужно? Нет, сэр. Монку вроде нужно было новый. Монка нет. Сколько нет, монка нет. Не ожидал такого. Спасибо. Хилы не ушли, АФК, шаре пули? Пуль, шарь, твой, я тут. Диваль. Чисто дерево дотерпело, чтобы забрать без ДП. Меня больше интересует, я меч могу забрать сейчас, если поле как-то. Какой? Тела что? Да, кастерские. Идёт сом за нефть. Нормально. То, что они АОЕшку убрали до твоих целей, это хреново. И вышку тоже захуярили. Да?
Они уменьшили эскаляцию у этой, у звездного, и нерфанули вот этого. Да хреново. Всегда не любили. Я, кстати, только что сейчас понял, мне багруха не нужна. Воспыли ее нахуй, все. Леха, у тебя есть багруха? Может, кому-нибудь нужна, реально. Я понял то, что у меня по капам не получается ее одевать. Слишком много хаст-микшн. Ну, потом одень. Я островную шею беру с меткостью. А, ты на сову, что ли? Угу. Вождь, может, тебе нужно там на хулику? Куда? Вторая? А их две нельзя носить соки. Ну, с разными сокетами, я не знаю. С робота же 284 падает. Зачем нужно соки? В чем здесь? 284. Ну, это не дело, там в том, что она действует большинство. Шарь, отойди, я за тебя потанчу. Ну ладно, в коллекции полежит, похуй. Теперь ты коллекционируешь багрухи? Угу. Так, надо присамонить туловище. Урсу вдал. Отправь Шарю вдал, он все равно пошел покушать. Что он пошел? Шарю отошел покушать, умираю. А, заебись, а как он отошел покушать, я его отправлю вдал, скажи мне. Кикни нахуй. Потом вернем. Тоже вариант. И мы будем 2 минуты ждать? Да ну нахуй. Не хочу. Урсу, давай, крути, короче. Все, самоним это туловище, погнали. Кажется, у Урсу что-то пошло не так, да? Погрузил где опять? Ай, самоним еще раз. Да долго, блядь, долго. Все, Шарю в Долоране, все, все, можно менять Шарю. Менять Шарю, отлично, значит Урсу назад. Уйдительно. Улетел, прилетел назад. И как все долго, блять. Пиха, нахуя ты на варе? Еще что-то хочешь болтать? Понял, принял. Поехали, все. Да пофиг, поехали, поехали. Какой пул, блять? То есть налетел уже, да? Чужаки ворвались во внутренние. Вряд ли. Она еще кровь защищает, скорее всего. Тася вчера целка, если что, почти полностью закрыла. Кому ты рассказывал? Почти полностью. Я с ней был, они убили чумку и непроф. И пошли. Именно поэтому я сейчас Дуплинского отдавал, она горела там, что, типа с совета, что ли. Они на принцах были, да? Когда ты отдавал. Шо пойди спелло.
Подожди, там мы их сейчас перегоним, чё, блядь? Мы не перегоним, Алёк. Они два дня закрывают, мы один день закрываем. Они идут в расслабленном режиме, чтобы просто не ставить выходной, а три дня расслабленного РП. Чё из-за бомжелок? Чё это вообще? Это ясно. Не сморачивайся. Он стоит в луже, блядь. Да пусть стоит. Спасибо, что живой. А, ну хочет умереть, его лечит. Может, матрас обойдется? Чего? Я что-то пропустил? Разгром право. Сань, ты там сам справишься, да? Там весь трэш у него, походу. Саня, бей лучше подавить ли там почти захили.
Мы деда потеряли, деда лифта. Этого деда не жалко. Должны смириться с этой потерей. Какое-то говно, а не лук. Ну, сколько падает нормально. Чё, придётся только доспеть уходить. Нет, Мурлок придержи. ДСС, ДСС, ДСС. Блять. Ты почти справился. Ну, у меня рейнджа нет. Слишком быстро падал. Да-да-да. Ой, ебать, проснулся. Здрасте. Шпалероль, ты где есть вообще? Тут и скорби есть. Да ладно, вы очнулся же? Это Паша с кем-то авторизация. Так, а может это ж центр пойдем, не? Что не забаглись. Ты только сумани, пожалуйста. Там Паша скажет, если мало ли понадоблюсь, то я в Дисе буду валять. А где дед? Да, го в центр. Ну, сейчас соберутся все. А вроде все тут. Банка тут? Кроме макрос. Пошлите в центр. Банк. Чего ты там занимаешься? Центр, 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 центр. Они там АФК. Таким ключом на ФКшке, конечно. Он в центре, и вейт, и вейт. Осталось только двое. Дим, зайди в центр. Глупый паладин. Кстати, их же тоже можно сбивать, да. Косты. Там тайфуном, да. И блядь, это же охуенно. Удобнее фиром, честно говоря, воровским. Вот сейчас. Просто он моментально урон. Сбиваются, они никуда не бегают, не летают. Надо себе сову перебить. Опять под тайфун. Тайфун важная штука. В реалиях Сириуса.
точно не знаю. Да уже откроется эта хуйня, блин. Еще мелкие. И вейт, походу. Ну, всем стоять в центре, а не то, что типа один челик стоит в камере. После этих мелких откроются. Чувствуешь? Да. Он уже знает. Преисполнился. Как там был видос про челика, который преисполнился? Вот. Я уже в тысячи таких рейдах ходил, да? Я уже преисполнился. Шарри, ну, что там... тебе нужно писать? Тысячу рейдов? Там надо текст оригинальный и переозвучить его. Под Сирус, блядь. Пока факт не тянет далеко не тянет. Хуёво, воля на Агилу был. Или на Хас, на что, блядь? На Хас. Мне похуй на каких-то машинах там переделать, типа, мне похуй какой у тебя Т5 там. Сделай тот же самый видос, только по Т5, по Т5. Какая-то без урона. Челик вообще зачет. Сколько у тебя там гулей? Я уже преисполнился, блядь. С каждым разом смешнее не становится, если что. Так и не должно. Тут плакать надо. Наркоман, через... заведи туда дракона, блядь, кори пиздец. Бросок через бедро. Ну, вообще сдох. Вообще без разницы, где его убивать. Ты где? Он выше сидит с каким-то Делом.
Йоу-йоу. Здорово. Че, ушел что ли здесь, Сережа? Нет, не ушел. Просто от Дончики скачал, попросил там, он разрешил. Я думал, что-то вступаю. Нет, я... Да тут РТ поздновато, из-за этого я... Ряд датов какие-то гиши. Ладно, пойду тут сетра. Там Полик зашел, короче, если он понадобится, в DC надо будет позвать. Он вон 2 на 2 сидит. Хорошо. Так, самом матриса. Да, да и дальше, спокойно, сейчас Санька присамоним сюда. У нас лопата с Войдом потанчит. Легче на пол. Андрес. Начинаем. Блять, Войд, готовься, в меня 2 на пол отлетели. Глупцы! Зачем вы сюда явились? Ледяные ветра Нордсвала унесут ваши души! Трепещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Улетающийся. Как медленно. О, не замедлили, круто. Ну то хорошо. Очень хорошо. Вынесли плохо. Если бомбу кинет, да. Осуждаю. Кря! Андерс, лагаешь или просто проебал? Да лагаю, чё? Поднимать или нет? Нет. Пока что нет. Смотреть не надо. Разбивайтесь. А где дракон? Летит. А, она летит. Может, нихуя себе. Только вершин построил. Накручиваться. Ты смотри, так Геру пока можно давать. Пока она я говорю, пока она летит, нет, можно вообще да. Много чего. Не флудите. Ну да, ты можешь. На это можно не жаловаться. Я просто гипермамок повешу, блять, если еще кто-то рот откроет. А жаловаться я не буду. А чего не притяжки не было? Никто не уцелеет! Слишком далеко. Попробуй угадай сам. Так не хочется объяснять. Вынес. Thank you.
Чего? Как дела, банк? Углы бы сломали. Охуенно. Капец. Ну это очень медленно. Ну ладно, нормально. Ну ты не успел освободить этот угол? Печалька. Рыбавку медведю, каску не вижу. Лап тоже. Я бафнул ему на лапу. Вроде отвис, если что. Готовимся, фаза, освобожденку мы стакаем. Сломать быстро. Быстро нужно будет ломать. Стаков, блять, ставить сала. Следующую метку. У меня сейчас вопрос будет этот. Меня одного сейчас не притянуло, когда остальных притягивало. Не притянуло никого. Осколка. Вы там был впереди стоял, может из-за этого, блядь? Там я, ну, самый конец стал, там именно на балкончике сам стоял в конце. И меня не притянуло, у меня еще и скинули стаки. Я, блядь, охуел настолько. Да, насколько... да какая... все поломано, блядь, на синдре. Кто сейчас она обратно полетит? Да я понял. Вся синдра по пизде. Что глупок там? Ну ладно. Память Малигаса. Колечко. Хотел. Так. Сейчас вас дохуя идущих пинков, да? Я думаю, обойдетесь. Покичку разрешу на фалу. Давай махнем до дрифта шарить. Влад, куда не играл? Вождь. Там слот полику будет? Полику нужна пушка, свеча. Да, я у него спрашивал, я могу уступить ему даже. Значит, Финус идет назад на салу. Ну, мне на танк, у на танке есть у него.
Ему на хила нужно. А-а-а. Сейчас он, да, придумал. Давай так, где полик? Блять, ебаная розовая пальчика. Пиздец какой. Паша, пошли чат. Пожалуйста. Я вижу, все прекрасно. Вагонеток. Лёха, а пусть они потанчат, ты не дал. Сделай кофе спокойненько. Сумните там шарю, то на руках. Да ну банки там ничего надо. Так всегда было. Смотрите, тут какой-то сундук появился у затронов. Нихуя, да, это вот новая обнова какая-то. Смотрите, нихуя себе, сундук. Вот даже открывается. Так, поле в чем? Поле в хиле? Поле в танке, да? Поле в танке. Поле в танке будет. Слава с ПГД. Ага, окей. Поле котэшит, шарям тэшит. Котич. Я на рогу. Заломан надо, кажется. Раковина. Что заранее не подумал? Да я спрашивал, мне говорили только 25 обычку. Все. Вот ты сколько меня, 3 кд, по-моему, мучил с этой лорой, блядь. Фигати. Оказывается, у тебя доступ нет. И третья кота вроде нужна еще. Ну, четвертый. Фигати. Третья для Гера нужна. Ну так а мы где? Присумывал тебе топ-1. Для очка гер нужно третья ката. Настя. 5 рыбу затыкали. Ну суманите, блин, дедлифт. Дуларан. Нажмите, ой, тыкните. Куда тыкнуть? А дедлифт вредит? На Финмаса. Дедлифт ЛК, он на замене. Влад, в Долоран.
Он не слышит, наверное. Может, он АФК чекнет. Ой, блядь. Отошел, наверное, просто. А нет, он бегает. Хавать сел. Я могу прыгнуть с Долорана, если надо. Улетел? Нет, вот он стоит. Возле рыбы. Не слышит. Он ближе бегает по ступенькам. Блять, кикни. Лучше минуту подождать. Сейчас, может, опомнится. И потом еще минуту ждать. Ой, я курить успею, кстати. А 6-3 минуты? Короче, кого пропадет? Нет. Стоит хейс. Сумона полить. Так. Саму не запускаю. Быстрее я на рыбу жми. Тут уже. Блять, пропало только что. Ты у нас ты хочешь, что ты в хиле? Теперь да. Я запускаю. Неужели прибыли наконец? Инту ему ребафните. И остальные бафы. Да ты ему поставьте нормальные, чё же, блядь, мили хаст.